Продолжаем продвигаться вглубь территории. Здесь я был, здесь это таверна, где я взял два задания. Пора. Два задания. Пора. Принести письмо и собрать вот четыре травы какой-то новый. Прошел я это место и свернул чуть позже в пещеру. Были тут медведи, теперь олени. Ну, как он улетел далеко. Тоже какая-то пещера. О, лестница есть. Я думал, тут не пройдешь. Но можно пройти. Красивенько тут. А ты кто такой? Здоровый такой. Перец. Орк. Нифига себе. Да ты чё? Ну-ка. Завалите вы его. Смотри-ка. Еще один новый появился. Персонаж. О, и новый. Ха-ха-ха, стоп. Новый ингредиент. Да елки, ладно, возьму потом. Новый ингредиент. Как вам, а? Ингредиентищ нарисовали. Опупеть. Сейчас я его съем и посмотрю, какие эффекты он вызывает. Damage, paralysis, weakness to shock, fortify, carry weight. Понятно. Ну, орк же, да. А вот и пещера. Ну, на секундочку, зайду и выйду. Большая хоть. Ой, большая, наверное. Так, а это вот новое там что-то наси было, по-моему, буква. Новый ингредиент это. Да, тоже новый. Clouded Funnel. Ну-ка. Storm Magic. Ну, понятно. Новый ингредиент. Тут, я так понимаю, оба-на. Ранище вернуло к жизни этого охотника зачем-то. Не буду майнить, неохота мне.
секундочку, называется, зашел уже, он углубился. Ух ты, ух ты, ух ты. А, с той стороны, то есть, так понимаю, пещера длинная получается. Если с той стороны, это значит быстрый выход. Обычно. Ой, надо прыгать. Ну я и прыгну, черт с ним, почему бы нет. Так, опять новое, что-то висп там было написано. Да, еще один ингредиент новый. Дэмидж, 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 фортифай. Так, что тут у нас такое? Что за место-то? Санктум. Так, это куда? А, это никуда. Это никуда. Освещение несколько странное. Вроде бы не ставил уже никаких аддонов для изменения освещения. Все равно оно какое-то. Может, потому что это Special Edition, я уж не знаю. Так, я подхватил какую-то болезнь. Red Rage, ну-ка. Это тоже специально для этой игры. Ну, где она? А, во. Магия регенерируется медленнее. Да что такое? Крысы эти, блин. Так, 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 так. А, пустой же, да? Так, тут дверь какая-то куда-то. А, это... Наверное, если закрыто, то обычно, значит, не основной проход, а чуть там, может, спрятано просто. Опять набираю тонны драгоценных камней. Значит, сюда куда-то идти. Остановите меня уже кто-нибудь. Я... Ими не нужны просто. Время только теряю на них. Потерял?
дурачок, блин. Ни хрена себе. Руны. А чё на нет? А вот. Взорвалось. А где вся эта толпа-то со мной была? Ещё руны. Слушай, обидно, а я могу только одну поставить, а у них вон тонны какие-то рун этих. Что за безобразие? Ну взрывайте все так, что вы. Еще что ли? Нифига вы тут заминировали. Засейвлюсь по-быстрому. Так, ну и что тут у нас, как ловушки какие, что? Что тут у нас делать-то надо? Так, минуточку, это закрыто. Тут еще дверь, как мне хоть, а там рычаг, как мне туда зайти? Освещение какое-то странное. А вот открывается. Ну что, не видите меня, придурки? Хорошо. Ты смотри, здоровый какой. А греби тогда вот так. Остальные-то куда убежали? Не то заклинание.
Так, ну здесь, понятно, не пройдешь. А тогда для какой цели-то я вообще тут оказался? Что тут вообще? Смысл в чем здесь быть? Так. Что-то я не улавливаю. Дохлый был. И этот дохлый, чего я по нему бью-то, зачем? Камни просто тонны какие-то. Так, я что, вернулся? Нет, что это за место? Что это за место? Так, карту посмотреть. О, батеньки мои. Тут, так. Сюда, что ли, надо идти мне, наверное, было. Больше я нигде не вижу пароходов. Ну, перебейте уже, наконец, дорогой, сколько можно. Так, а тут еще и не залезешь? Не залезешь. Стоп, еще какой-то. Steel Blue там что-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Еще ингредиент. Steel Blue энталома какая-то. Тынц, тынц, тынц. Да, ну да, он мочится. Давайте я помогу замочить вам друг друга. Ну-ка, вольните всех. Долго же вы не могли друг друга убить, ребята, долго. Я вон сколько ходил туда-сюда, вы все. Мочились тут, дрались друг с другом. Без всякого результата. Каин какой-то, чё, стоп, еще ингредиент, что ли? Ну-ка,
Да. Ничего себе они тут напихали. Нового сколько. Так, ну я сейчас надеюсь в части пещеры, где я не был, или... ну вот сюда мне надо, направо, направо. Так, этот пустой. Секунду, направо, направо, это куда я не мог пройти, что ли? Ёлы-палы. Это ж я вернулся, получается. Так, а что тут можно делать-то вообще, в принципе? Ну, идти-то туда надо, наверное. Но что тут можно делать-то? Как вообще мне туда пройти? Мне вот этот рычаг надо повернуть. Как мне его повернуть-то? Рычаг, судя по всему, за или за этой дверью, или... или... или нифига не за этой дверью. Не видно там ни... есть там дальше? Нет, похоже, нет. Ну, то есть эта дверь где-то открывается. А где же она открывается-то? Я не вижу. Неужели я что-то пропустил, вот туда ходил? По идее, ведь когда ходишь, ты это обычно ж не просто так. Что-то дернуть надо, какой-то рычажок. Ну вот я близко к этому месту. Близко-то близко, но туда ведь не пройдешь. Так, еще раз, если еще дальше сюда. Вот так как-нибудь. Здесь я-то был, только дальше не прошел. Прямо попадаю в это помещение. И что? Запрыгнуть наверх уж как-нибудь. Ну-ка. А тут точно запрыгнуть наверх надо было. Ёлы-палы. Я не догадался. Вот теперь правильно. Вот теперь я дальше иду. Вот теперь я иду дальше. Работает у меня этот фонарик-то. Так, это что такое? Так, это... А, вот, да. Это я вот как раз прошел сейчас за дверь, куда я думал, как же туда попасть. Так, отлично. Прошел-то я прошел, да.
фусруда-то я хочу, фусруда. Так, сейчас я где? Ну вот должен я как раз быть где надо, по-моему. Так, ну сюда вроде надо, но я хочу тогда другой, там альтернативный вроде был. Проход тоже для очистки совести, так сказать, проверить. Значит, зашел я сюда, то есть запрыгнул вот на эту штуку. И чё? А, нет, тут нету них. Это все в одно место ведет. А, ну все, вот проверил полностью. В любом случае мне сюда. Вариантов нет. Так. Soul Trap мне дают заклинание. Интересно, почему? Так, кстати, дизенчань. Это, конечно, нельзя ничего. А потому что сейчас потребуется, что ли, это заклинание? Или так просто от щедрот, так сказать. Где? Вот я как раз около этого рычага. Вот он. Тынц. Да? Ну, загадка решена. Ай да я. Идем дальше. Единственный вариант. Куда можно идти? Так, что здесь? Что здесь? Где Сиранище? Почему нет ее? Минуточку. Вы давайте, ребята, там сами мочитесь. О, вас там немало, я смотрю. Тихо. Чутка из сника постреляю. Давно не стрелял. Надо ж повеселиться. Забыл совсем про лук уже. Свой. Волшебный. Помогите. Давайте. Готов. Ну, да. Еще раз. Бук вызову. Ну, тут похоже на финальное такое помещение. Так. Конечно. Могу и ошибаться, всякое бывает. Ребята, а вы не видите его? Ну как, я вот пуляю по нему стрелами. Вы что, не видите? Реально. Смешно даже. The challenger is near. Так. Быстро отдраться. Сирана тупал. А где Сирана? Заодно подзаряжу там пару камней душ. Не то, чтобы это надо, конечно. Soul Capture. Ну, so far, so good. А где-то тихонько плачет начинающий игрок, мечтает получить этот топор эбонитовый, а я не беру, понимаешь?
ниткой вот этот эбонитовый щит. Так, вот я пришел сюда. Для чего? А вон проход еще дальше есть. Еще, возможно, и не финишное помещение. А, нет тут никакого прохода. Или есть, ну, да. Может, маленький какой-нибудь. Я ботинки тролля взял. Ненужные мне. А вот проход с этой стороны. Так, а цель-то вот была какая? Походу в этой. Так, что откроется у нас? А вот. Так, а это еще, значит. Я дальше еще иду. Далеко не все. Что ты тут делаешь? Животное рогатое. А главное, как ты тут оказалась? Когда мне надо было пройти столько препятствий, чтобы сюда дойти, а ты раз, и сама уже тут. Прыг типа и в дамке. Почему со мной не шла? А что тут накидано такое? Винище, цветочки. Что тут было-то? Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту, ребята. Видите врагов? И я не вижу. А они здесь. Ну вот в этом гробике же должен кто-то проживать, да? Им не вылазит. В гробике проживать. Типа в гробиках проживают. Не, ну и. Ну и. Сейчас, минуточку. Ну и. Что, здесь нет, что ли, ничего? Секунда. В алло? Странно даже. Никто не выскочил. И выход. А... Ну и что, пещера бессмысленная была. Получается. Book of Killing. Интересно. А это я не буду брать. Corpse Preparation Volume 3. О, боже.
Ой-ой. Один фонтан. Разберетесь? Че он тут стоял? Ну, не вижу смысла его преследовать. Если, конечно, это не какой-нибудь квестовый там. У нее есть что-нибудь, типа ключа там или приза какого-то. Только дайте посмотреть, кого там убили, где он. Где он? А черт. Ну, это уже на выход. На выход? Похоже, да. Ну да, вот эта дверь была заперта. Да, получилась непонятная какая-то пещера. Может, в нее положат задание или приз, если я возьму это задание. Тоже не исключено, конечно. Но пока вот так. Ну вот. Пещера это называлась North Fringe Cave. Я ее все обследовал. На этом я заканчиваю этот эпизод.